Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам связать манишку-жилет. Манишку-жилет. Потому что для того, чтобы называться манишкой, эта вещь слишком длинная, а для жилета слишком узкая и имеет высокий воротник. Как видите, боковые швы отсутствуют. Вместо них я сделала завязки. Во-первых, видела, ну и вы наверняка тоже, много сшитых жилетов с таким элементом. Во-вторых, это позволяет сделать изделие более универсальным в плане размера, в плане объема. Длина изделия у меня 60 сантиметров, ширина 35 сантиметров. Он связан полным ластиком из мериносовой шерсти, толщиной 2400 метров на 100 граммов в 5 нитей. Изделие простое. Единственная сложность состоит в расчете горловины. Я взяла готовую выкройку свитера, который вязала полгода назад, и горловина которого меня устраивала. Я просто убрала из нее рукава и половину плечей. Плечевой скос у меня здесь 1 сантиметр. Можно, конечно, вообще упростить себе задачу и не делать скос, чтобы не запутаться в убавках, поскольку убавки мы будем делать одновременно с горловиной, но это будет только на спинке. Но изделие будет лучше смотреться со скосом. К тому же скос короткий, и вам нужно будет сделать всего пару убавок, запутаться не успеете. Горловину мы выполним, как обычно, частичным вязанием. И потом пришьем воротник с кетлевкой в карман. Вязать свое изделие я буду на плотности 4-5, то есть на верхней фантуре 4, на нижней 5, полным ластиком. Петельная проба у меня в 1 сантиметре 2,7 петли и 4,17 ряда. Пряжа 100% мериносовая шерсть, 2400 метров на 100 граммов. Вязать буду в 5 нитей, таким образом у меня получится нить толщиной 480 метров на 100 граммов. Длина изделия у меня 60 сантиметров. Чтобы рассчитать, сколько нам вязать, мы умножаем 60 сантиметров на количество рядов в 1 сантиметре. Как обычно, получается 250 рядов, то есть я 60 умножила на 4,17, и я обычно округляю. Получается 250 рядов. Ширину 35 сантиметров умножаем на петли в 1 сантиметре, и получается 94,5 петель всего. Делим на 2. То есть, почему на 2? Потому что от 0, сколько я буду в одну и в другую сторону откладывать. Получается 47,25 петли, но я округляю в большую сторону и набираю 48 петель в каждую сторону. Просто потому, что мне нравится в данном случае четное число. Можно набрать и, конечно, 47 петель. Это не изменит размер. Горловина спинки у меня имеет глубину 1 сантиметр. Горловина переда 7,5 сантиметров. Ширина горловины. Так, сейчас я ее сразу нарисую. Спинка. Почти ровно. Ширина горловины у меня 20 сантиметров. На горловину у нас выходит 54 петли всего. То есть я тоже перемножаю 20 сантиметров на количество петель. 54 петли всего. Значит, в каждую сторону от нуля у нас будет 27 петель. 54 я делю на 2, получается 27 петель. Да, вот здесь у нас середина петель. Горловина у меня имеет не круглый вид, а немного приплюснутый, если так можно выразиться. Спинка. В первом ряду хочу вывести из работы сразу 21 петлю. То есть у меня всего 27. Я хочу сразу сделать вот такую плоскость сразу. Сразу выведу 21 петлю, а потом для плавного перехода будем выводить 3 петли, 2 и 1. На плечо остается 21 петля. Эти петли мы будем выводить в 2 приема. То есть 4 ряда. И это означает 1 сантиметр скоса. Горловина переда будет глубиной 7,5 сантиметров. 7,5 сантиметров умножить на ряды в 1 сантиметре. Это будет 30 рядов на горловину. Высота горловины, глубина, то есть горловины, 27 петель от нуля.
Поскольку горловина у меня слегка приплюснутая, я хочу сразу вывести почти половину петель, то есть, чтобы сделать вот такую вот ее плоской, как почти плоской. И я выведу 12 петель сразу. И в последующих рядах я буду плавно выводить сначала 4 петли, 3 петли, 2 петли, 2 петли, и потом по одной петле 4 раза, тут у меня немножко не помещается, но в итоге у нас потом останется еще несколько рядов, то есть здесь у нас всего получается 27 петель, но они выведутся не за 30 рядов, а за 18 рядов. И потом горловина пойдет прямо. Я здесь неправильно нарисовала, точнее цифры сильно размахнулась писать. Потом она пойдет прямо. То есть здесь в этих рядах мы не будем последнюю петлю обкручивать, как мы делаем в частичном вязании. Вяжем просто прямо и следим за оттяжкой. В 246 ряду, мы помним, что всего у нас 250 рядов. В 246 ряду мы, как и на спинке, начинаем скос плеча и делаем его тоже в два приема. Воротник. Воротник я померю уже на готовой горловине. Я пока не буду ее заранее высчитывать. А завязки я буду вязать тоже полным ластиком, но в 4 нити, не в 5. И на плотности 3-4. 3 для верхней, 4 для нижней фантуры. На 12 иглах 320 рядов. На 12 петлях тоже полный ластик, в 4 нити на плотности 3-4. Итак, начинаем вязать спинку, ну, соответственно, перед мы будем начинать вязать абсолютно точно так же. Вяжем полным ластиком. Полный ластик, это значит, что у нас резинка будет не один через один, а на всех иглах, на всей игольнице. Для того, чтобы она у нас получилась, нам нужно нижнюю фантуру сдвинуть на H5 относительно верхней, выставить все иглы. Согласно нашему расчету, это от 0 по 48 игл в каждую сторону, и на верхней, и на нижней. Каретки мы выставляем абсолютно точно так же, как на вязании любой резинки. Я об этом неоднократно говорила, и сейчас на этом подробно останавливаться не буду. Все, проводим первый ряд. Вешаем оттяжную гребенку и грузики. Оттяжка должна быть хорошей, для того, чтобы на двухфантурной машине получилось хорошее ровное полотно и все провязалось. То есть за этим нужно будет следить. Все, продолжаем. Снизу с левой стороны ставим нолик. Это был наборный ряд. Теперь мы выставляем плотность, на которой будем уже работать. Это сверху у меня 4, снизу будет 5. Нижние вот эти рычажки оба на единичке должны. Так, здесь все оставляем. Все, и вяжем до 243 ряда. И на нем мы начнем уже выполнять плечо и горловину спинки. Все, вяжем. Я довязала до 243 ряда. Сейчас я часть игл, точнее не часть, а половину игл вывожу в переднее нерабочее положение. Вот до нуля. И сначала мы вывяжем одно плечо с вырезом горловины, потом вернемся ко второму. Здесь я выведу в переднее нерабочее положение 21 петлю. Это уже формируется у нас горловина. На каретках обеих включаем рычаги частичного вязания. Ой, это вот этот. Вот этот. И такой же симметрично с другой стороны. Этот и этот. Все, вот эти иглы у нас теперь не вяжутся. Мы обкручиваем.
Внимательно смотрим, чтобы ничего лишнего у нас не зацепилось. Для плавности закругления, скажем так, потом сделаем в следующем ряду 3 петли. И здесь же сейчас начнем делать скос плеча. Для этого тоже будем выводить в переднее нерабочее положение по 6. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. И точно так же обкручивать будем. Так, продолжаем горловину, не забываем. То есть мы выводим в переднее нерабочее положение с противоположной от каретки стороны. То есть если каретка у меня здесь, я делаю горловину. Если каретка у меня с этой стороны, я вывожу петли плеча. Обкручиваем, сейчас опять 6 сделаем. Я думаю, что сейчас ряд уже будет сглаживающий у меня. Теперь будет сглаживающий ряд, это последний ряд. Поэтому я верну петли за язычки и проведу один ряд. Провели сглаживающий ряд. Теперь я хочу эти петли перенести наверх и на более рыхлой плотности, например, на девятке, провести один ряд и снять плечо на бросовую нить. Все, я наконец-то перенесла. Теперь я на верхней каретке хочу поставить плотность 9 и провести один ряд. Все, и теперь хочу снять набросовую нить. Сейчас я буду вязать вторую половинку. Здесь мы делаем все точно так же в зеркальном отражении. Тоже я начала с края, вернула на тот же ряд 243, с которого мы начали формирование горловины. Возвращаем вот эти иглы, которые будут у нас в работе, на их рабочее положение. Все, начинаем вязать точно так же. Так, теперь у меня оба плеча на бросовой нити висят, вот она коричневая. И средние петли горловины я хочу перенести с нижней фантуры на верхнюю, поставить на максимальную плотность верхнюю каретку на 10, провести сглаживающий ряд и закрыть его. Закрывать нужно рыхло, чтобы потом горловина не была стянутая. И о красоте этого шва можно не заботиться, потому что я хочу потом его закрыть кетлевкой. Так, все. А теперь я отрезаю нить, беру иголку и буду закрывать следующим образом. Вот. Моя задача закрыть рыхло, так, чтобы воротник потом не стягивал. И закрывать буду следующим образом. Мне немножко, правда, не с руки, мне справа было бы удобнее закрывать, но уже как есть. Главное не затягивать. Как я уже говорила, сейчас о красоте я не беспокоюсь. Мне главное, чтобы было эластично. Вот такая у меня получилась спинка.
горловина эластичная, растягивается. И сейчас будем вязать перед. Набираем точно так же 48 петель в каждую сторону и вяжем до 220 ряда, после которого начнем делать горловину. Теперь у меня 220 рядов на счетчике. И начинаем вязать горловину переда. Включаем наше любимое частичное вязание с обеих сторон и на обеих каретках. И теперь будем выводить. Сначала давайте выведем половину игл. Все, мы ее будем вязать потом, после того, как сделаем эту половину. И здесь мы в первом ряду выводим, в первом для оформления горловины, 12 и сверху, и снизу. Затем 4, 3, 2, еще раз 2, и потом 4 раза по одной петле. Так, теперь эти все петли я вывела, и вяжем сейчас просто прямо, ничего не обкручивая, вяжем прямо до 246 ряда, и с него начнем 7 петель, и потом проведем сглаживающий ряд. Так, у меня теперь остались петли горловины, сейчас я нижние петли перенесу наверх и проведу один сглаживающий ряд на плотности 10, и потом будем закрывать иголкой. Так, вот у нас получилось две половинки, все в нитках, конечно, главное в них не запутаться. И я хочу сейчас соединить плечо правое вот это, но нам нужно вывернуть, получается, ну, то есть вы представляете, да, что мы выворачиваем вот изнанка, и навесить это плечо, вот эти петли навесить, то есть вот это лицо получается у нас к себе лицом, а вторую половинку к себе изнанкой, также на эти же иглы навесить. Если вам кажется, что шов получается сильно стянутым, то лучше сшить вручную, либо провязать вот эти петли тоже вручную. Потому что сейчас под конец я вижу, что у меня прям стягивает. Мне прям не нравится. Вот, в итоге получился у меня вот такой шов. Аккуратный. Сейчас я буду вязать воротник, и его я меряю очень просто. Беру свою горловину и примерно подмеряю ее, сильно не растягивая, сколько она у меня займет. Вот. Вяжу ее также
То есть у меня получилось 80, 0,75 петель. Вяжу ее также полным ластиком. И потом перейдем на карман. И вяжу 70 рядов. После того, как мы связали нужную высоту воротника, мы сделаем карман, так называемый. То есть будет гладь по верхней и по нижней фантуре попеременно. Устанавливаем рычаги вот таким образом. Здесь так, здесь с противоположной стороны. S. Здесь ставим 0 и 1. Это выставляется для того, чтобы при прохождении в ту сторону вязалась нижняя, при прохождении каретки в обратную сторону будет вязаться верх. И я свяжу где-то 4-5 круговых рядов. Так, сейчас будет, наверное, самое сложное. Берем горловину и кладем ее на машину лицом сверху, лицом к себе. И распределяем на вот этих петлях горловину следующим образом. Можно немного опустить нижнюю фантуру. Вот так. Так аккуратно. 7 нитки в сторону. Это плечо у нас, мы его потом сушьем. И начинаем аккуратно распределять. Петлю в петлю не обязательно делать, потому что, скорее всего, это и не получится у вас. И вот сюда навешиваем на верхнюю фантуру. Можно для начала распределить равномерно, потом навесить и потом снизу двухугольным декером переносим нижние иголки на верхние. Так, сейчас с другого края также сделаю, чтобы равномерно посадить. Так, вот у меня все теперь висит на верхней игольнице. И теперь очень аккуратно мы будем переносить нижние петли наверх. Так, наверное, нужно поднять все-таки. Смотрим аккуратно, чтобы они не убежали. И так делаем до конца. Я распределила вырез горловины по всем петлям, которые были у нас на верхней игольнице. Перенесла нижние петли наверх. И сейчас мы будем закрывать. Сначала мы, наверное, вы знаете этот способ уже, прикитлюем на машине. Берем нитку, которая у нас осталась, либо справа, либо слева, у кого как. Кладем, ну, я кладу такую линеечку, например. Петлю нам надо делать побольше. Возможно, даже надо будет больше делать, чем вот это, чем вот этот ограничитель. То есть петля должна быть большая, потому что здесь у нас толстенько получается. Толстое полотно плюс воротник. И вот таким образом следим. И таким образом до конца закрываем. Смотрим, чтобы ничего лишнего не попадало.
Нитка, чтобы была внутри. Я вот так даже пальцем поправляю язычок. Все, так делаем до конца. Вот, надеюсь, видно. У меня получилось вот так вот красиво. Так это будет с лица. Сейчас нам все-таки нужно их закрыть. Аккуратно переворачиваем. Вот, петли висят. Это изнанка. Берем петлю-уловитель. Так, при этом надо не распустить плечи. Да, следим за этим. И берем косичкой или цепочкой, кто как называет. Закрываем. Потом я хочу, не отрывая нити, закрыть второе плечо. Также навесить, как мы делали правое плечо. И также закрыть левое. Ну вот так будет выглядеть. Так, вот я все закрыла. Немножко не помещается в камеру, но, короче говоря, я закрыла. И сейчас хочу этой же ниткой, я ее не обрывала, я хочу сшить плечо второе. Лицом к лицу складываем. Также навешиваем. Вот так, сначала одну, потом вторую, и проводим на десяточке, и также закрываем. Вот что мы имеем на нынешний момент. Я также связала 4 вот таких завязки, но я про них уже не стала снимать видео, потому что, собственно, не о чем тут снимать. Вязала на 12 петлях, 320 рядов, в 4 нити и на плотности 3-4. Мы их потом пришьем на необходимую высоту, и вот такая красота будет. С воротником. Воротник. Нам нужно самое главное здесь сделать шов незаметным. То есть мы до середины берем, можно вот эту же ниточку, вот этот же край, сшиваем матрасным швом обычным отсюда, прямо так, чтобы шов был внутри, до середины воротника. И потом также матрасным швом продолжаем таким образом сшивать, чтобы шов был внутри. То есть моя идея в том, чтобы сделать этот шов незаметным. Друзья, большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно. И большое спасибо всем, кто поставит лайк.